доброе и справедливое слово вечно. От ребенка твоего к потомству шагать будет, гласит одна из авентийских заповедей, и ты. Но этот постулат в последнее время становится все более сомнительным, так как состояние языков коренных малочисленных народов Севера становится все более угрожающим. Многие языки находятся на грани исчезновения. Проблемами языков занимается отдел Северной экологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Основные научные его направления – фундаментальные и прикладные исследования в области языков и фольклора эвенов, эвенков, кагиров, калган и чукчей. Научными сотрудниками отдела являются сами представители этих народов, и у каждого из них свой путь в науку. Я поступила работать в ЕГИПМНС, поступила в аспирантуру в 2003 году. А до этого я работала в Арктическом государственном институте, где в то время работала и Галина Ивановна Каптюке, Варламова Каптюке. До этого я и не знала, что это вот автор произведения «Серебряный паучок», который затронул мое сердце, душу. Да? Я прочла в 90-е годы ее произведение под названием «Серебряный паучок» в журнале «Розовая чайка». И вот была поражена именно теми проблемами, которые она подает в этом произведении, литературным слогом, подачей вот этого материала. И когда мне сказали, вот она в одном кабинете сидит, я когда методистом работала и преподавала, и вот передо мной автор вот этого произведения была: «Галина Ивановна, это вы?» Я ее спрашиваю: «Неужели это вы?» Я была так поражена, и все, с тех пор у нас вот начались очень такие дружеские отношения, вот эти очень такие душевные беседы всегда. И всегда очень много рассказывала она о культуре эвенка. Она говорит: о, параллели имеются и аналогии имеются и в вашем... У вашего народа, она говорила, и в вашем языке, и в вашей культуре. И вот она предложила: давай, говорит, это, поступай в аспирантуру. У нас открылась аспирантура ИПМНС Оран. И предложила меня в качестве вот этого будущего аспиранта, мою кандидатуру, Василия Ивановича Рубику. Вот после беседы Василий Иванович предложил поступить в аспирантуру. И я хотела вообще-то изначально взять междисциплинарную тему. Вот такая у меня мечта была, да. Но Василий Афанасьевич предложил работать по диалектологии. Вот, говорит, много в эвенском языке, очень много неисследованных говоров и диалектов. Они так и остаются неисследованными. Так что вот предлагаю, ты хорошо язык знаешь, культуру, поэтому я предлагаю тебе работать именно по диалектологии. И вот с тех пор и началась моя работа по исследованию говоров и диалектов эвенского языка. Ламутхинский говор эвенского языка, который вышел вот в серии «Памятники этнической культуры народов Сибири и Дальнего Востока». Это первая работа была. И вторая работа у нас, очень интересный говор, это нижнеколымский говор эвенского языка. Дело в том, что старшее поколение, они полилингвы, говорят на пяти языках. И вот когда записываешь информанта, информант переходит очень легко с эвенского на якугирский, он не замечает этого. А в колымском вообще был такой курьезный случай, мы записывали пожилого, ну, старика. Он очень быстро перешел на чукотский язык, а там же основное население чукотское, на чукотский язык перешел, и я никак не могла понять, о чем же он дальше рассказывает. И потом дальше переходит уже на свой родной эвенский. Вот. Очень интересная группа эвенов, она проживает в Нижнеколымском Лусе, и они себя называют ЛК. Я спрашиваю у информанта: вы эвенка? Она говорит: нет, Илкан Бесян, говорит, я Илкан, то есть в переводе настоящий.
И вот еще очень тоже интересный уже, сейчас я бы уже сказала, почти мертвый говор. Это на Верхнеколымском говоре владеющих только 4 человека. Вот мы их записали, бабушек, но сказали, вот они еще есть, но там 10 человек где-то, да? И вот мы записали, чтобы поставить памятник вот этому говору. С 2021 года мы начали работать по новым проектам. И вот я тут решила все-таки претворить свою мечту, которую предлагала и Галина Ивановна Каптюка, и взять междисциплинарную тему и работать по лингвокультурологии. Что такое вообще лингвокультурология? Она возникла на стыке лингвистики и культурологии. И вот тут очень важна именно антропоцентрическая парадигма. То есть мы изучаем мир через человека. Вот. И еще методы. Вот методы очень интересные в этом, да, в этом направлении. Это один из важнейших методов основных. Это интроспективный метод, про который говорил Василий Иванович Ромбик. То есть тут очень важна... Человек рождается, когда он рождается, он все видит вокруг мир, картину мира, именно в пределах своего родного языка, получается, да? Материнский язык у нас венский. Вот. И чтобы все это переосмысливать, тут очень важен интроспективный метод, взгляд изнутри. Взгляд изнутри. Получается, в нашем случае это взгляд изнутри, носители языка и культуры. Вот. И очень, тут очень важно, конечно, показывать тоже один из этих, да, методов исследования, это показывать картину мира человека, например, Эвена, да, через концепты, через ключевые концепты. Если в русском языке там к ключевым концептам относятся свобода, воля и так далее, да, совесть, вот к нашим относятся, например, такие заморфные концепты, как медведь. В венском языке зафиксировано очень много множества эвфемистической номинации медведя. В основном они образованы от терминов родства старшего родственника. То есть там бабушка, дядя старший, да, дедушка, очень много в каждом говоре. Вот это тоже о чем-то говорит. Это говорит о том, что мы относимся к медведю как к своему предку, первопредку. Вот, вот это вот и лингвокультурология, она очень интересна. В свое время отделом северной филологии заведовала доктор филологических наук Галина Ивановна Варламова-Каптюке, которая своими научными трудами внесла большой вклад в развитие североведения. Наш руководитель Галина Ивановна Варламова изначально нас заразила очень интересной идеей. Изначально мы запланировали сразу серию словарей, и так родилась вот эта вот научно-исследовательская работа, которая была завершена в 2017 году. Работали мы над ней 3 года. Называется она «Имена собственные персонажей героических эпических сказаний» эвенского эпоса и эвенкийского эпоса. И мы хотели создать справочник, чтобы любой исследователь, интересующийся человек, мог взять его в руки и получить нужную ему информацию. И это своего рода одно из первых таких начинаний. Ну, таких словарей нету. Это словарь-указатель. Работа является первым опытом систематизации персонажей, различные характеристики фольклоре народов Севера. В процессе работы над
процессе работы над созданием словаря имен персонажей героических сказаний эвенов были обработаны и проанализированы материалы более 10 эвенских сказаний, куда вошли, значит, такие известные сказания, как «Иркенмель», «Метеле», «Коинди» и сказания из сборника, значит, «Эпос охотских эвенов» и другие. Заранее было перед нами поставлено, мы поставили задачи, что в словарь-указатель войдут только имена персонажей, которые имеют имена собственные. Почему только имена собственные? Потому что в эпосе, в сказаниях эвенских очень много персонажей, которые не имеют имен. Поэтому мы сразу отошли от вот это всеобщего и решили взять только имена персонажей, которые имеют имена собственные. И таким образом в эвенском фольклоре, над которым мы работали, а это были издания, изданные уже, опубликованные работы, выявлено 99 фольклорных имен. И в работе, вот в этой работе даны, значит, сведения не только о этих персонажах эвенского эпоса с их характеристиками и так далее, да, но и вошли сведения о сказителях, собирателях фольклора. И работа также проиллюстрирована, значит, фотографиями предметов традиционной одежды эвенского богатыря, его снаряжения и так далее. Мы старались сделать, чтобы словарь был намного информативен, и любой исследователь или интересующийся человек мог его взять в руки и получить нужную информацию об собирателях. Тут прилагается, как вот было уже сказано, список текстов, из которых были взяты имена. И также дана краткая биографическая справка о собирателях фольклора, вот, чьи тексты были здесь упомянуты. Да? И у эвенков немного другая ситуация. Всего было проанализировано 46 героических сказаний и представлено 105 имен. А чем же они отличаются? Так как у эвенков есть большие нимнаканы, например, Таргандун, Средней земли, это полный, самое полное эпическое произведение, и все герои имеют, ну, основные герои имеют не просто вот краткое имя, также они имеют полное фольклорное имя, да, и также дается этимология этого имени, насколько это возможно было, и краткая характеристика героя со всеми примерами из текстов, и у каждого героя есть свои запевные слова. Они тоже приведены вот в словарной статье. Вот этот наш проект, он интересен тем, что он задуман как серия, да, уже было сказано. Сделано два издания, это именно по эпическим героям. Также впоследствии уже готовится и следующая, третья книга. Ну, об этом чуть позже уже расскажут, да. И чем он интересен? Тем, что в этом словаре собраны все основные имена героических персонажей. То есть любой человек, который интересуется фольклором тунгусских народов, да, северных тунгусов, он может открыть справочник и получить краткую информацию, вплоть до сюжета. Каждое имя, эвенкийское имя, предположим, богатыря, да, оно сопровождается эпитетом. Оно образное.
И по возможности вот дается каждому имени полный перевод и этимологизация, почему именно он так назван, и дается краткая характеристика героя, и полностью вот можно получить информацию об этом персонаже. Я занимаюсь исследованием концептосферы венгийского языка. Это направление, не сказать, что совсем новое, им занимались, это вообще направление возникло на базе антропоцентрической парадигмы, суть которой состоит в том, что в центре исследования становится человек, его мышление, как он мыслит, как думает, и объектом исследования становятся концепты. То есть это ментальное образование в сознании человека. Как мы думаем, как мы мыслим, и затем, как мы с помощью языка выражаем эти мысли. Мы исследуем концептосферу ивенкийского языка. Так занимались исследованием базовых лингвокультурных концептов. Это сопоставительное исследование в ивенкийском и русском языках. То есть проводились сопоставительные исследования. Вот. Все концепты, которые мы исследуем, они в ивенкийском языке, они в основном сформированы под влиянием традиционных типов хозяйствования. Это, естественно, охоты, которые являются первичной для ивенков, для ивенкийской лингвокультуры, для культуры ивенков, оленеводство и анимистических взглядов на природу. То есть для ивенка все в природе живое. Каждый камешек, каждый кустик имеет свою душу. В настоящее время занимаемся в основном исследованием концептов Буган, мир, вселенная, природа, Баюмакит, охота, Синкен, охотничье счастье или охотничья удача, Уре, гора, Мо, дерево, Бирарика. И скажите, в чем именно, как бы сказать, новизна, что ли, вот это, угу. Вот это направление? Направление, новизна направления состоит в том, что оно в рамках лингвокультурологического исследования, то есть на стыке языка или и лингвистики. Вот. Исследуется в основном семантика слова. И исследуя семантику слова, мы уже выходим на смыслы, то есть на значение слова конкретно, в чем выражается суть, как мыслят этнос. Исследование концептов важно тем, что мы можем выявить частотность употребления этих лексических единиц в речи, и уже затем мы видим, насколько утрачивается вот использование этих слов в речи, и нам заметно становится, и тогда мы уже можем бить тревогу. Вот, например, концепт охота, частотность употребления слов, выражающих этот концепт, наблюдается в основном у охотников, которые ведут этот вид деятельности, часто выходят в лес и проводят там время. Также у оленеводов, те, которые сохранили традиционный тип хозяйства оленеводства, и у них частотность употребления слов имеется, поэтому риск как бы для языка меньше, исчезновение риска языка, вот, утраты. И богатая лексика, и вычисляем, насколько богата лексика. Например, охотничья лексика, она составляет основной пласт вообще языка ивенков, так же, как и оленеводческая. Но первично, конечно, это охота, затем уже оленеводство. И какой вывод вы можете сделать, что дает вот такое направление для развития языка? Чем оно важно, чем интересно и чем значимо для народа? Ну, лингвокультуролог выясняет, да, какие все-таки пласт лексики в языке утрачивается, и затем уже бьет тревогу. Например, вот выясняется, что надо сохранять оленеводство, чтобы уже люди ехали, ивенки, сохраняли оленеводство и, ну, проводили время в лесу,
вели традиционный образ жизни и вели, как говорится, кочевой образ жизни. И тогда они больше говорят на менкисском языке, что характерно, именно у них язык-то сохраняется больше, те, которые проживают и ведут кочевой образ жизни в лесу. Ну, конкретно вот какой-то итог скажите, вот для того, чтобы скажите, язык сохранялся, вот надо вот именно вот это. Ну, для ивенковедов, лингвистов, ну, я думаю, вот важным является сохранение концепта в сфере ивенкийского языка. Одна из основных задач на сегодня, я так думаю. Юкагироведение, вот культурология или культурологическая лингвистика только-только открывается. И в этой сфере я, например, начала рассматривать концепты, начала именно с концепта солнца, потому что этот концепт является основным концептом языковой картины мира юкагиров как северного народа, этноса. Вообще вот этот концепт кюн, я бы сказала, что для северных народов имеет большое значение, будь хоть эвенг, юкагир, саха, да, так как солнце является для этих северных народов как бы в природе после долгой продолжительной холодной зимы радостью, когда солнце появляется весной, и имеет большое значение еще в культуре этих северных народов, потому что солнце, этот концепт, конечно, имеет разные значения у каждого народа, да, у каждого этноса, имеет свое многообразие в языке. И вот это все связано с культурой, с менталитетом народа. Но их связывает то, что этих северных народов связывает то, что они проживают на одной территории в суровой климатических условиях. И в течение многих столетий, тысячелетий даже, да, сложивается, сложилось у этих народов свое видение мира, языковая картина мира. Скажите, вот это вот направление? Это новое направление, да. Новое направление. Что оно вообще дает в развитии языкознания, в развитии языка юкагиров? Традиционная лингвистика, она как бы рассматривала чисто грамматические категории, это вот с точки зрения морфологии, синтаксиса, там лексики, да. А вот если мы подходим с лингвокультурологической стороны, мы связываем язык, культуру, менталитет народа, и в конце концов получается, что у каждого народа своя традиционное хозяйство же и своя культура, и особенно это нужно, мне кажется, для подрастающего поколения, чтобы они ценили свою культуру, свой язык и не теряли вот эти особенности, да, народа. Чтобы видно было, что связано вот с культурой, языком. В отделе северной филологии работают 20 научных сотрудников, представителей эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долган. И кому, как не им, знать проблемы своих родных языков и направлять свои усилия на их исследования, чтобы родные языки сохранялись, развивались и использовались в полную меру.